привет. Может, познакомимся? Да я с таким, как ты. Ты себя видел? А меня видел? Короче, нет. А ты себя видел? А ты меня видел? Короче, посмотри нахуй. Привет, может, познакомимся? А у тебя Мерседес свой есть? А трехэтажный коттедж свой есть? А ты зарабатываешь больше 100 тысяч в месяц? Нет? Ну тогда вон дверь, вон выход. Привет, красавица, познакомимся? Прости, но у меня есть парень. I'm a boss ass bitch, bitch. Здравствуйте, девушка. Может, познакомимся? Ты знаешь, что ты должен добиваться меня, тварь? И пока я не увижу под своим окном джип, обо мне можешь даже и не мечтать. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Чепитриков Михаил Иванович, и я хочу у вас работать. А расскажите о себе. Ну, в общем, я работал раньше на пилораме, на лесоповале, и думаю, что я вам подхожу. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Андрей, хочу у вас работать. Какой у вас стаж работы? Секунду. Алло, мама, а какой у меня стаж работы? Один год. Здравствуйте. Здравствуйте, я хочу устроиться к вам на работу. А что вы умеете? Ну, я много чего умею. Ну, вы приняты. Здравствуйте. Здравствуйте, а СБ большая? А работы много надо? Ну, а выходных много? А то часто устаю. Здравствуйте. Здорово, ты уволен, и чай мне принеси. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей, мне 25 лет. Я закончил школу с золотой медалью, участвовал во множестве олимпиад и закончил Оксфорд. И вы думаете, что дворник это ваше призвание? Да. Никит, это тебе. О, спасибо. Айфон. Клево. Тебе что, не понравилось? Понравилось. Ты даже не улыбнулся. Андрей, лучший подарок – это книга. Ты крыса, я ж тебе ее в прошлом году дарил. Ошибочка вышла. Дорогая, это тебе. Это что, андроид? И на это я сосала, козел! Андрей, этот подарок тебе. Да ну нафиг, братуха, чисто от души. Тебе спасибо, братан, ты мой лучший, мощный, красавец. Спасибо, братуха, спасибо. Андрей, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья и здоровья. Эта кружка тебе. Братан, спасибо, давай. Зайчик, лапочка, котик, солнышко, самый хорошенький мой, люблю тебя. Муа! Ты мое небо, ты мое солнце, ты мой апельсинчик недозрелый, ты моя картошечка жареная с майонезиком, люблю тебя. Муа! Знаешь, я тебя люблю. Я тебя тоже. Классно. Да. Ты у меня такая чмошница. Ты у меня такой урод. Ты у меня такая жирная. Ты у меня такой тупой. Люблю тебя. И я тебя. Да, он такой урод, я его так ненавижу. Юх, слышь, а ты что, со своей расстался? С этой чмошницей? Да. Сфотографируй меня так, чтобы понял, кого потерял. Давай. Ты бросил меня, ты бросил меня. Даша, вернись ко мне, Даша, я тебя люблю, Дашенька, Дажуля, солнышко, вернись, люблю тебя, моя хорошая. О, привет, Андрей. О, привет, Даш. А как у тебя дела? У меня все отлично, а ты как? У меня тоже все хорошо, мне пора бежать, пока. Вот он, пидор. Вот шалава! Вау, вот эта красотка. Может, с ней познакомиться? Сейчас с тобой, ты не со мной, другого. Мне не было, так хорошо, как мне. Сейчас с тобой, со мной. Блин, наверное, у нее есть парень, или она мне откажет. А, ладно.
Вот такие вот жизненные ситуации происходят. Мы иной раз боимся подойти познакомиться, а потом об этом долго жалеем. Так что не бойтесь делать первый шаг. Всем удачи. Ой, смотри, магазин, тебе что-нибудь взять? Да нет, я ничего не хочу. Ну ладно. О, смотри, магазин, это метнись кабачиков, тарь пивас. Да, конечно. Моя баба. Ты вчера собаку спас, очень хороший такой. Тут грязная какая-то вообще. Вчера, короче, вот такую вот крысу прибил чисто. Ты поможешь, Андрюш. А то. Ой, Даш, привет, а может с кем погуляем, а то я уже возле твоего подъезда стою. Ой, знаешь, я не могу, я заболела. Девочки. Андрюш, привет, может сходим погуляем? Алло, Даш, ты? Чё надо? Нет, гулять не пойду. Всё, давай. Что тебе во мне нравится? Ну, у тебя красивые глаза, губы, волосы. Какой нудный. А что тебе во мне нравится? Ну, у тебя жопа ничего, да и зубатка прямая. Он такой милый. Ой, прости, я опоздал, у меня собака сбежала. У тебя нет собаки. Кошка. У тебя нет кошки. Хомяк. У тебя хомяк год назад сбежал. Точно. Сеня! Так, ну я тебя внимательно слушаю, я тебя уже здесь полчаса жду. Это вообще-то я тебя полчаса жду. Точно, попутал. Почему ты опоздал на полчаса? Я не опоздал, я вообще не хотел приходить, и нашей встрече я не рад. Ах, да ты вот где, а я тебя тут уже целый час по парку еще не могу понять, где ты. Ну ты даешь. Ага, понятно. Ты почему опоздала? Девушки не опаздывают, а задерживают. Чего, блядь? Андрюш, я тебя так сильно люблю. Если честно, мне нужны от тебя только бабки. Бабки, бабки. У Андрея может погулять? Да не, давай лучше на улице погуляем. Ага, сейчас, еще бабки на тебя тратить. О, видала? Ой, Андрюша, у меня подружка приехала. Я сегодня останусь у нее, хорошо? Сегодня с бабами поеду в клуб, буду поздно. И бухая, понял? Ой, Андрей, дай позвонить. Да, на, конечно. А я не поняла, что это за Лена, Света, Оля? Да это так, с работы. Ну, Ленку я на даче шпехал. Светку под прилавком у магазина. Ну, а Оля за солью заходила. Ну все, пока. Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! О, привет, привет! Привет. Привет, Андрей. Привет. Здорово, братан. Здорово, здорово. Вы хорошо, хорошо. Все, отлично. Господи, ездили. Понятно. Некогда, кстати, что как? У меня хорошо, я встречу закрыл. Мы приехали с подругами в бар и были там. О, класс. Ну все, Андрей, я домой. Пока. Андрюха, твою мать, долго еще сидеть? Трите, трите, пока у меня новогоднего настроения не появится. А может сходим в кафе покушаем? То есть я плохо готовлю, да? Так ты же не готовишь. Сегодня хотела, теперь не буду, козел, блин. Да я кушать хочу. И почему ты мне на звонки не отвечал? Так я вообще-то на паре был. Тебе пара важнее, чем я. Понятно, понятно. Ну ты чего постоянно обижаешься? Если что-то не нравится, найди себе другую бабу. Окей. Андрей, стой, я же пошутила. Ты у меня сегодня такая красивая. А, значит только сегодня я красивая, а всегда я страшная, да? Все понятно, я обиделась, иди в жопу. Чего? Андрей, вот скажи мне, ты реально меня не любишь? Это ты с чего взяла-то? Потому что ты мне доброе утро написал сегодня без сердечка. Серьезно? Сердечко не отправил? Даш, ну ты что обиделась? Даш, ну что обиделась? Да прекращай. Да прекращай. Хватит. Да хватит. Я дура. Я дура. Че? Люха, передай этой чмошнице, что пока она не извинится, я с ней вообще разговаривать не буду. Передай этому дебилу, что он сам виноват. И извиняться перед ним я не собираюсь. Да пошли вы в жопу. Сами разбирайтесь. Сам пошел в жопу.
Отвали от меня! Послушай! Отвали от меня!